Друзья, доброго времени! Хотел бы поделиться сегодня словом, это 89-й псалом, 12 стих. И Моисей, он молится, он говорит: «Господи, научи нас так исчислять дни, так понимать, так относиться к ним, чтобы приобрести сердце мудрое». И я думаю, что в это время, это всегда важно, но в это время это особенно важно. Соломон, он также показывает нам, он говорит, что есть разные времена, есть время разбрасывать камни, есть время собирать. Но вопрос весь в том, что мы с вами можем приобрести сердце мудрое, то есть проходя определенные вещи, то есть проходя определенные моменты, мы можем чему-то научиться, что и когда мы должны говорить, где мы должны, может быть, молчать, а в большей степени, наоборот, помочь, позаботиться о тех людях, которые находятся рядом с нами, может быть, о тех людях, которые попали в сложную и трудную ситуацию. И дабы мы потом в дальнейшем не сожалели о каких-то наших поступках или каких-то словах, которые мы сделали, очень хорошо, чтобы мы с вами все-таки могли бы молиться в том числе этой молитвой. Господи, дай нам это понимание, каким образом мы можем относиться к этому времени, чтобы мы могли и в это время иметь сердце мудрое, поступать мудро, и чтобы в другое, также впоследствии, вынести что-то доброе, доброе сокровище из всего этого. И это очень важно. Бог да благословит каждого из нас, драгоценные, чтобы мы ценили это время, в которое мы живем, чтобы мы все-таки искали более близкие взаимоотношения с Богом, могли искать вот этой вот большей близости, отношений, помощи с нашим родным и близким, тем людям, которые окружают нас. И пусть Господь благословит вас, ваши дома и семьи. Аминь.